Начинай. Всем привет, друзья, с вами Влад. И сегодня мы протестим мячик «Сегодня звезда». Я по ним уже тренировался, но сегодня мы с вами протестим. И мы увидим все плюсы и минусы. Начнем с футбольного фристайла. Переключение на пальцы должен быть с мячиком ровным. Если он качает с стороны в сторону, тогда он не очень хорош. Но если он будет хорошо крутиться, тогда он хороший. Видите, он хорошо двигается. Итак. Давай еще раз. Прокрути его на пальце, а то я не засняла. Вот, теперь видно. Видно? Итак, теперь мы будем чеканить. И сколько мы с ним попробуем? Нам дать 5 попыток. Ты будешь считать. Восемь раз. Первая попытка 8 раз. Сколько получилось? Вторая попытка 16 раз. Самый большой пока на этот момент. У нас еще 3 попытки. Да. Сейчас не очень получилось. Давай, еще 2 попытки. Еще 2 попытки. Угу. Раз, два, три, пять. Последняя попытка, только в меня не попади. Надо побить рекорд 16. Да. 6, не получилось побить этот рекорд с этим мячиком. Ну ладно. Теперь мы будем... Заканчиваем? Нет. Сейчас, погоди. Давай. Ну вот, и я зафиксировал мяч. Потом туда. Попадание. Попадание. А сколько всего попыток? 5. Так, один гол есть. Фиксируем второй гол. Так, второй гол есть. Еще осталось 3 попытки. Фиксируем Владика и мячик. И еще один гол, но еще осталось 2 попытки. Посмотрим. Осталась последняя попытка, да? Пока у тебя 3 очка. Пырей, пырей. Пырей, 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 пырей. Так, и последняя попытка, ребят. Ну, видите, ребят. Все. Да ладно. Так. Все? Нет. Сейчас. Ладно. А теперь мы проверим, какой из 5 ударов, какой удар сильнее. Если выше дерева, то это нормально. Если нет, то это плохо. Ну давай начинаем, мы сейчас проверим. Почти. Почти выше дерева, это почти успех. Да, чекайте. Так, я пока буду снимать дерево. О, это вообще дарище. Давай. Еще 3 попытки. Ну, это было не очень высоко, но как бы достойно. Далее. Вот это уже другое дело. Давай, Владик, как последний попытка. Ну, это не то. Четвертой попытки, Владик, удалось побить свой рекорд. Ну, Владик,
этом или нет. Всем привет! В следующем видео мы будем бить не глядя, с закрытыми глазами. И будет 10 попыток. Из 10 сколько мы забьем. А так, всем пока! И еще что забыл сказать. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Не забудьте это сделать. Так, смотрим.